Друзья, всем привет! С вами Константин, и вы на канале Boston Tech. Сегодня к вашему вниманию представляем сеялку СЗ 3.6 в хорошем техническом состоянии, почти без вложений. Просто нам нужно провести ТУ. Узлы все на отлично, подшипники все на отлично. Баки абсолютно в порядочке, целенькие. Сушники все на отлично. Все микроводы на месте. Состояние баков отлично. Так что можно сеять и с удобрениями. Полностью комплектная. Придраться не к чему. Полностью готова к работе. Если заинтересовало, приезжайте на осмотр. Всем хорошего дня.